Ну, короче, университетское задание. И потом мы должны были пойти во двор. Я хотела покрутить левистик. Левистик, извините. И она, видимо, заснула, потому что ВКонтакте она была 2 часа назад. Она выключила телефон, и я такая, ладно. Поэтому я сижу и общаюсь с вами. Хотя я могла выйти в перископ и показать, типа, как я с огнем там играюсь. Света — это моя лучшая подруга и по совместительству девушка. Ресницы я делала в студии Анна Ключко. С Катей дружу, да. Как ты сдуваешь, надуваешь губы? Это называется карандаш от MAC. Вот и все. Я в Москве живу. Нет, линзы не для зрения. К сожалению, линзы для моего зрения не бывают. Вот. Да, на улицах часто узнают. Вчера не вышел снова, потому что у меня очень сильно заболела голова, и я легла спать. Я отрубилась где-то часов в 10, представляете? Конечно, я была за Ларина, ребята. Такие тупые вопросы. Меня Хованский раздражает, я его терпеть не могу. Так что это вообще не рассматривается, этот вариант. Была ли я в Сокольниках 5 или 4 марта? Скажите, пожалуйста, какие это дни недели? Я бываю в Сокольниках каждую субботу, потому что я там хожу на фигурное катание. Вот. Так что если это была суббота, то вечер. То, скорее всего, это была я, да. Нет, наращивать ресницы не больно, вы чего? Новое видео в субботу. Я включила музыку, но iPad далеко. Мне лень за ним идти. Да, я блогер. Киви 4 года. С огнем я занимаюсь давно, да. Это, по-моему, мое. Это хобби. Этому хобби даже больше лет, чем видеоблогингу. В июне 21-го будет 4 года. Так что вон. Да, я знакома, конечно, лично с Лариным. Свет нормально, она сейчас дома, я не знаю, что она делает, спит, наверное. Вот. Да, другие версии с батла я смотрела, конечно. В Ставрополь я пока что не собираюсь. iPhone 6, нос я не делала уже с октября, то есть тогда, как я сделала, как я вам показала в видео, больше я не ходила. У меня уже он весь опустился. Ну, короче, сейчас у меня все как раньше стало. И больше я не хочу, потому что... Ну как, хочу, конечно. Но я хочу сделать рино, поэтому нельзя. Нет, линзы не для зрения. Новое видео в субботу. Нет, я не знаю Марину Садовскую. Да, с ресницами удобно. Риане 9 месяцев. Спасибо. Зрение у меня минус 0,75. Да, жидкость треню. Угу. Татуировки нормально, зажили уже. Ринопластику можно делать с 16, но с 16 с разрешения родителей. А в 18 уже спокойно. Вот. Батл Оксимирона и Джонни Боя, ну, нормально, сильно.
Правда, не люблю, когда много мата, но поступаю в РДН. Вот эту. Нет, я не слушала Окси. Ни одного его трека не слышала. Вообще. Ты любишь Ларина как видеоблогера или как мужчину? Оба варианта. Да, в Латвии я была 2 раза. Летом. В селфи меня заблокировали, поэтому... Причем я даже не подписана была на селфи. То есть зашли на мою страницу, скопировали и заблокировали меня. Там я такая, окей. У меня так-то есть 2-я страница. Это тупо так кого-то блокировать, если уж и начинают что-то писать, то зачем блокировать? Может, мне интересно почитать про себя, чем-нибудь новенькое узнаю. Вот. Котики нормально. Спасибо. Киви 4 года. Нет, я никогда не смотрела Дом 2. Это много чего говорят. Ну, понимаете, что информационным пабликам нужно помимо просто новостей, типа там, вот у Марьяна 2 миллиона на канале, там, а Ивангай покрасил волосы. Ну, это и так все узнают, и без информационных пабликов, и чтобы... Понимаете, им нужно зарабатывать деньги. Для чего делаются такие паблики? Не просто, чтобы развлекать народ, потому что никто не будет заниматься этим просто так. Конечно же, паблики ВК получают, ну так, нормально денег, но средне. И для того, чтобы зарабатывать больше, они создают канал на Ютубе. Логично, правда? То есть не просто так создаются каналы на Ютубе от пабликов крупных, чтобы получать больше денег. Вот. И что нужно сделать, чтобы получать больше денег? Нужно больше просмотров. Как их получить и больше активности? Просто сказать то, что взбодрит аудиторию, а обычно на аудиторию действует что-то плохое. То есть достаточно придумать какой-нибудь скандал, и все начинают хайпить. И получается, все обсуждают, получается активность, много денег. Соответственно, паблики поднимаются, им нужно придумать скандалы, понимаете? То есть если скандалов нет, их начинают придумывать. Все просто. Надеюсь, вы меня поняли. Я пыталась объяснить нормально. Поняли, Шерлок? Ну, просто это... Ну, как бы для тех, кто в медиа варится и знает все эти темы, это как бы... Просто это видно на поверхности, а для тех, как, допустим, вы простые обыватели, простые зрители, это не всегда понятно, и вы, ну, большинство ведутся, начинают смотреть и разносят эту информацию, и все в итоге собираются к истокам. Вот, они не всегда правдивые, потому что попросите пруфы, вам их не предоставят. Это уже должно наталкивать на мысли. Я не знаю, с чего это началось, просто кто-то начал, знаете, вот как стадо. То есть, если сказал один, присоединился второй, третий, четвертый, и правильно Ларин говорил, это стадный эффект, то есть стадо может загрызть одного человека, и чем больше людей, тем сильнее они себя чувствуют и начинают еще больше давить, и это бред, то есть... Милена, живи. Да, я сейчас в корейских линзах. Мне нравятся собаки Акита Ину породы и ротвейлеры. Дела нормально. Да я просто залипаю немножечко. Спать хочу. Да, я говорю на английском. Нет, волосы не нарощенные. Вот в жизни ни разу не наращивала волосы.
Так спи. Мне прямо сейчас, знаете, лечь, а вы будете смотреть. Так я полегла спать, но я хочу выйти покрутить, а Света не отвечает. Я бы пришла к ней домой вместе с керосином и своими палками и сказала: ты, блин, то есть я бы звонила сейчас, но мне так лень. Я бы пошла к ней в гости, разбудила бы ее, но мне лень. А одна я идти не хочу, потому что сейчас темно за окном, и начнутся всякие приставания, и вот это вот все я не хочу. Волосы я красила много раз. Запомнила, запомнила. Не, не боюсь, я занимаюсь вот уже почти 4 года, и, кстати, видите? Это ожог. Это вот я последний раз как раз, когда видео записывала, я делала элемент. Жалко, паев нету, я бы взяла, показала. Когда накручиваете на руки, и фитили прям касаются. И цепи, они очень сильно нагрелись, я как-то это не учла. И мне вот так вот прижгло, но это нормально. Такое часто, я даже как-то, знаете, я привыкла. Вот. Не, не больно. Просто заживает долго, меня это раздражает. Да, я подписалась на нее, она миленькая. А эту процедуру я больше не делаю, но это называется безоперационная ринопластика. Да, я точно буду на Витфесте. Как ты избавляешься от прядей? Что? В смысле? Еще и спина чешется, подождите. Еще кого-то из животных, ну, хотела бы, но у меня просто нет возможности, времени, потому что я понимаю, что если я заведу животное, а я очень люблю животных, я буду сюсюкаться, сидеть просто часами, и это столько времени, это много денег, и у меня нет этого времени. И нет столько денег. Вот. Я лакто-ово-вегетарианка. Кто такая Лиска? Нет, я не смотрела сериалы «Бесстыжие». Кролики, они милые, но как домашнего животного не хочу. Хотя, когда я была мелкая, у нас был кролик. И потом его мама куда-то отдала, я не знаю зачем. Солисткой? Так я же пою так себе. В какую группу мне солисткой идти? Брови я оформляю помадкой от Anastasia Beverly Hills. Потому что, я же говорю, я хочу сделать ринопластику. И я уже писала хирургу, и он сказал, что если я собираюсь делать весной, а я вот хотела в апреле. Уже, конечно, я в апреле не успею, но может и в мае получится. Вот, если я хочу делать ринопластику, то мне как минимум полгода до процедуры не нужно ничего больше вколоть в нос. Мне